Мамуль, привет. Мамуль, срочно скажи мне, у тебя какая группа? У тебя инвалидность же есть? У меня вторая. Ой, вторая. Третья рабочая. Блять. Или вторая, третья. С первой, второй я могу стать твоим опекуном, и никуда меня могут, можно отсюда забрать сейчас. Ну и все. Вторая группа у меня вроде бы. Все, я пишу сейчас отказ тогда. А ты делай мне группу, чтобы я был твоим опекуном пока. Собирай бумаги, чтобы я стал твоим опекуном. Я могу быть... напишу, какая у меня группа. Сейчас я напишу тебе. Как, ты можешь сейчас посмотреть? Я не могу, блядь, нас везут опять на передок. Я сейчас звоню тебе узнать, нахуй, чтобы я отказ... У нас все отказались, у нас 5 человек только осталось. Мне нужна причина. Неужели ты не знаешь, какая у тебя группа, первая или вторая? Первая точно нет. Я думаю, что у меня третья, сына. Пи***ц, я стою здесь тогда. Подожди, у меня с собой бумажки. Подожди. Третья группа, Ваня, третья группа. Во, у меня карта со мной, третья группа. Все, я здесь стою. Третья. Опять нахуй сейчас на первую линию, блядь, опять нахуй в бой, блядь. Я уже не могу, мне уже нервы не удержат. У нас все отказались. Ну а как-то просто собраться уехать тоже нельзя? Мам, дезертир. Статья. Самое главное, не паникуй. Все будет хорошо у тебя, не паникуй. Ну здесь, мам, здесь в том-то и дело паника, блядь, понимаешь? Я понимаю, что я паникую. Я позавчера, как сердце болело, аж мне доктор дал таблетки. Я таблеток выпил, напился, мне сразу так легко стало. И нахуй нас тут накрыли, блядь, нас окружили и начали стрелять, нахуй, нас обкладывали.